Модернизация производства – главное условие развития промышленной отрасли в регионе. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Ассоциации промышленников Сурского края, которое состоялось в маркетингово-выставочном комплексе производственного объединения «Старт». В нем приняли участие глава Заречного Олег Климанов и генеральный директор градообразующего предприятия Сергей Байдаров. Во время визита в Заречный делегация посетила заводские цеха. Губернатор Сурского края Иван Белозерцев и представители правительства, законодательного собрания и министерств в Пензенской области познакомились с работой нескольких подразделений одного из крупнейших производств в регионе. На заседании Иван Белозерцев отметил значимость эффективной работы промышленной отрасли для области. По Пензенской области обложена продукцией на сумму более 210 миллиардов рублей. 210 миллиардов рублей – это очень серьезные объемы. И индекс промышленного производства у нас составил 102,6%. Это выше, чем средний по Российской Федерации. Бюджеты всех уровней промышленными предприятиями перечислено 26 миллиардов рублей налогов. Это на 13,5% больше, чем в 2016 году. Растет средняя заработная плата промышленности. За прошедший год она выросла на 6,7% и составила 28 182 рубля. Но она превышает среднюю заработную плату по экономике на 5,8%. Еще одним обязательным условием для дальнейшей успешной деятельности промышленных предприятий губернатор назвал подготовку кадров. Он напомнил участникам заседания о том, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о необходимости совершить технический прорыв, но без молодых образованных специалистов этого достичь невозможно. В пример Иван Белозерцев привел работу с кадрами на ПО «Старт», где востребованы выпускники высших учебных заведений с техническими специальностями. Мы посетили ряд цехов, молодые ребята, спрашивают, что закончили, Пензенский госуниверситет. Вот задаю вопрос, и не только начальников цехов, но и специалистов, которые работают вот над там, сложными проектами, реализуют сложные проекты. Я спрашиваю, вот достаточно уровень образования, который вы получили в госуниверситете? Мне отвечает молодой человек, говорит, у вас базовый уровень достаточно. Губернатор Иван Белозерцев предложил собирать и анализировать отзывы о подготовке студентов в пензенских вузах от работодателей и корректировать на их основе программы обучения. Кроме того, участники заседания обсудили вопросы сертификации продукции на экспорт, организацию спортивной работы на предприятиях, создание виртуального музея промышленности и ряд других актуальных тем. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».